Мы хотим рассказать о человеке, которого все хорошо знают. Каждая мать хотела бы иметь такого сына. Любая страна гордилась бы таким гражданином. Поэтому так радостно говорить. Наш Гагарин. В 9 часов 7 минут по московскому времени я услышал свист и все нарастающий гул. Почувствовал, как гигантский космический корабль задрожал всем своим корпусом и медленно, очень медленно оторвался от стартового устройства. Начали расти перегрузки. Я почувствовал, как непреодолимая сила тяжести все больше и больше вдавливает меня в кресло. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Земля сообщила. Прошло 70 секунд после старта. Я ответил: понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? То утро было не только утром первого полета. Тогда все происходило впервые. Первый раз проснулся человек, чтобы лететь в космос. Врачи рассказывали, что он прекрасно спал перед стартом. Академик Королев не спал, а он спал. Потом первый автобус, оборудованный для первого космонавта, первый раз катил по степи к первому кораблю. Космонавты вспоминали, что у всех на лбу были синяки от его гермошлема. Дорогие друзья, близкие и незнакомые, соотечественники, люди всех стран и континентов, через несколько минут могучий космический корабль унесет меня в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать вам в эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Все, что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано ради этой минуты. Быть первым в космосе, вступить один на один в небывалый поединок с природой, можно ли мечтать о большем? Это ответственность перед всем советским народом, перед всем человечеством, перед его настоящим и будущим. Сейчас до старта остаются считанные минуты. Как бы хотелось вас всех обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких. До скорой встречи! Внимание! Минутная готовность! Минутная готовность! Залетел я, Кедр. Вас понял, минутная готовность, занял исходное положение, занял, поэтому несколько задержал с ответом прием. Ключ на старт. Ключ на старт. Есть старт. Протяжка один. Есть протяжка. Продука. Ключ на старт. Кедр. Я в заря один. Зажигание. Понял, вам дается зажигание. Москва. Работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Вершилось беспримерное. Полет Гагарина открыл новую страницу в истории человечества. Советский человек на советском космическом корабле стал символом не только торжества нашей науки и техники, он стал олицетворением ума и труда своей Родины.
А на земле в вешних водах сверкало небо. То самое небо, в которое поднялся он, курсант Саратовского аэроклуба, первый раз в жизни, чтобы никогда не расставаться с ним. Его крылья окрепли на далеком северном аэродроме, где он стал настоящим летчиком. Но так далеко было еще до этого радостного слова «поехали». Никому неведомая работа требовала тщательной подготовки и необыкновенных тренировок. Гагарина двинулась к старту. В медленном движении 38-метровой машины была торжественность парада. Это и был парад. Парад металлургов и химиков, аэродинамиков и прибористов, радиотехников и электронных дел мастеров. 20 миллионов лошадиных сил сокрыты внутри этого колосса, который вобрал в себя вершинные достижения человеческой мысли. Его поражали немногие, когда он улетал в космос. Немногие знали о том, что он полетит. Мама не знала. И вдруг приходит ко мне старшего сына, жена, невестка. Говорит, мам, а чего радио не включили? И плачет. Я говорю, а что? Да, говорит, Юра. Я говорю, наверное, в самолете разбился. Она говорит, в космосе. Ой, ну тут и Зоя закричала. Ой, что ж он наделал? У него таких две малютки. Что это он наделал? Мы заплакали. А тут уже приходят соседи. Нас поздравляют, утешают. Приходит одна девушка, ну, знакома нам хорошо, мы с ней были вместе на курсах. И говорит, значит, Боря говорит, у тебя брат Юрий Алексеевич? Я говорю, да, Юрий Алексеевич. Он майор? Вернее, старший лейтенант. Он летчик? Да. Ты знаешь, говорит, он в космосе. Я добралась-то, Юлька.